И вот эта песня «Ария пастора», она где-то на самой середине находится. И к ней такая как бы подводка есть. В пригороде Берна пастор Шлак замечает заброшенную телефонную будку. Стекла в будке давным-давно были выбиты, диска у аппарата не было. Повинуясь внезапному импульсу, пастор заходит внутрь и снимает трубку. Не уверен, сработает ли все это, я вообще не верю таким приметам, но сейчас там, где должны быть ответы, только вопросительно. Ладно, брошу в прорезь пару монеток. Здравствуй, говорит пастор Шлак. То ли слышно шуршанье в эфире, то ли в одиночку вышел в широкое поле. Ничего не понятно в земной юдоле, благопросьба всего одна. Я хотел попросить за друзей, не боли в трубке тянется тишина. Все очень понятно, право, будь ты тлёй, героем, супердержавой, что богатство тебе, если честь и слава, кружит совесть судьбу дробя. И важнее всего, если мыслить здраво, время, чтобы улучшить себя. Для кого-то секунду, кому-то годы, неуверенности, пустой свободы, как цветок распускается в непогоду, каждому лепестку свой час. Уверен, ты помнишь свои расходы в смете, что закладывал в нас. Я прошу для всех нас, опоздавших силы, дай нам времени так, чтобы хватило. Я сгибаюсь, трубка мертва и стыла, под ногами скрипит стекло. Расплетается провод в руках нажив. Время вышло, не факт, что оно и было. Время вышло, сообщение.